Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Буквально пару дней назад произошло событие, которое многие люди в России и вообще в других странах СНГ с нетерпением ждали. Это объявление результата розыгрыша лотереи Green Card. Но в этот раз произошел какой-то парадокс или какое-то странное стечение обстоятельств. По крайней мере, большинство людей, зрителей моего канала, которые возлагали большие надежды на эту лотерею, не выиграли. Причем, что самое интересное, я спрашивал достаточно много людей, кто в этом году ожидал результатов розыгрыша, и не было ни одного человека, который бы выиграл сейчас вот в эту самую лотерею. Спросил всех людей по списку Skype, кто со мной в течение последних нескольких лет общался, тоже ни одного выигрышего. Очень обстоятельно пообщался с одним умным дядькой, у меня он тоже в контактах есть. Он сказал следующую информацию, что есть один сайт, где достаточно раскрученный в интернет, где обсуждаются вопросы иммиграции в США. И там порядка 650 человек уже отписались, что нет у них выигрыша в лотерею. В связи с этим я хочу разобраться в этой ситуации и задать вопрос своим зрителям, всем, кто смотрит мой канал. На сегодняшний момент у меня порядка 34 тысяч человек. Я подозреваю, что большая часть этих людей, кто реально готовится к переезду и эмиграции, тоже принимали участие в розыгрыше. Мне хотелось бы узнать, кто-нибудь в этом году выиграл или нет. Потому что если выигрышей нету, возникает резонный вопрос, что это? Сбой системы, злой умысел, что вообще происходит, почему нету выигрышей. По поводу прошлого года я могу дать пруф. Счастливчики есть. И у меня уже как минимум 4 семьи собираются ехать в Омаху. 2 в июне месяце и еще как минимум 2 семьи в последующие месяцы, которые выиграли эту самую лотерею, уже получили документы, прошли успешное собеседование и, соответственно, едут в Америку. Вот. Так что по прошлому году пруф о том, что выигравшие есть, есть, и я этих лично людей видел. Практически как Санта-Клауса. Вот. Так что давайте разберемся сообща, что произошло с этой лотереей, потому что какая-то неясность. Какая есть еще интересная информация? В очередной раз подняли в интернет-СМИ, изданиях тему о том, что вполне вероятно, что вот это вот ДВ-лотерея будет последней, потому что ожидаются к осени введения новых миграционных законов. В общем-то говоря, повторение прошлогодней истории. Тогда тоже говорили о том, что это будет последняя лотерея, никаких больше заявок не будет, что будет новый закон, но так их и не приняли. Вот. Кроме всего прочего, во всю американских СМИ муссируются две темы. Муссируется тема по поводу амнистии. Закон, который Обама практически протащил, непонятно каким образом он сейчас работает. Это касается в первую очередь иммигрантов из Латинской Америки, которые массово и достаточно в большом количестве нелегально проживают в США. И их каким-то образом нужно легализовать, потому что это огромная масса людей, которые вообще никак не платят ни налогов и находятся как бы вне социальной интеграции, то есть они как бы живут как сами по себе, как паразиты, и, соответственно, какие-то деньги зарабатывают, эти деньги никак не учитываются ни АРС, никаким образом, и, соответственно, нужно с этим что-то делать. В контексте этого закона я знаю два интересных факта. В двух штатах его уже заблокировали. Заблокировали в Техасе, и, насколько я знаю, Калифорния тоже дала вето на исключение вот из правил, что хоть закон и федеральный, но в этом штате он тоже работать не будет. Как он будет работать в других штатах, пока непонятно. Вот.
А второй закон, который собирается принять, тоже, соответственно, относительно легализации, может быть, это будет расширение уже этого закона, который фактически уже был принят. Речь идет о том, что семьи, у которых родился ребенок в США, вот не только непонятно, один ребенок или два, тоже каким-то образом получат, смогут получить легальный статус и, соответственно, амнистию. Вот. То есть вот такая вот информация. У меня не было времени детально разобраться вот с этими законами, поэтому я думаю, что те зрители, у которых есть много свободного времени, и кто занимается интернет-серфом и достаточно хорошо читает на английском языке, я думаю, им будет интересно поделиться своим видением относительно вот этих вот законов. Может быть, кто-то знает больше, чем я, и, соответственно, здесь отпишутся в комментариях. Хорошего всем дня и удачи!